всем привет. Значит, магазин снять не получилось, потому что одену платочек, одену сейчас фартучек и буду готовить, тушить курицу. Жарить, тушить, как хотите. Значит, возьмем кастрюльку. Кастрюльку. Какую мы возьмем кастрюльку? Та кастрюлька у меня занята. Сейчас я ее освобожу, помою. Значит, кастрюльку я помыла, освободила. Оттурлю. Турлю. Что такое турлю? Турлю. Это овощи. Тушеные овощи. У меня были баклажаны, кабачок, картошка, перец, томаты, лук, чеснок. Ну, это заливается маслицем оливковым. Соль, перец по вкусу. Тушится водички, чуть-чуть доливается и тушится. По-турецки это тюрлю. Значит, взяли кастрюльку. Кастрюлька у меня чугунная. Чугунтала. Казан. Будем. Оденем перчатки. Будем тушить. Именно не жарить, а тушить. Почему тушить? Потому что я добавлю водичку, и оно будет тушиться. Значит, помоем нашу курицу. Обязательно помоем ее. Я взяла две куриные грудки. Вот такие. Такие куриные грудки. И взяла пилич багет. Ножки куриные. Пилич это цыпленок. Ну разве цыпленок бывает такой? Кого багет надо было написать им. Значит, помоем курицу. Нальем немножко зелья оливкового масла. Мороженое фирмы Мисс, куплено в Шоке. Как я уже сказала, в Шок нас с вами не пустили снимать видео. Слегка на ее куриную грудку порежем, потому что они большие. Заложим кастрюльку. Все поместилось. Значит, сложили в кастрюльку. Сразу я добавляю перчик. Я не шеф-повар. У меня нету никаких профессиональных
курсов я не заканчивала. Поэтому я делаю все на глаз. А мой 25-летний опыт замужества я думаю, это лучше всяких профессиональных поварских курсов. Семья жива, здорова. Значит, я делаю все правильно. Значит, взяли салча. Обычно у меня салча. Томатную пасту. Развели ее водичкой. Водичкой разделим. Добавили туда специи. Я добавлю сухую мяту и кипит. Пару кипит, не знаю, наверное, хоть так. Можете пробудить кипит. Еще я добавлю и сухой чеснок. Нежный чеснок, ну, чеснок, как я уже сказала. Сухой добавлю. Еще понадобится. И все, ребята, ждем. Сколько мы будем ждать? Ну, 40 минут я буду ждать точно. Поставим на маленький медленный огонек. Пусть она себе там томится. Когда сготовится, приготовится, будет готово, я вам все покажу. Не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет интересно. Продолжаем наше кулинарное искусство. Приготовим. Курицу мы поставили. Ждем ее. Теперь будем готовить шехрия пиляв. Что это такое? Сейчас покажу. Шехрие пиляв. Шехрие. Это такие овальные малюсенькие макарошки. Покажу. Вот. Вот. Видите? Как еще показать? Такие вот шехрия. Малюсенькие макарошки. Они продаются в любом турецком маркете, бокале. В любом. Что я хотела? Шехрия мы взяли. А сковородку поставили на огонь. Теперь возьмем масло бутербродное. Только масло.
Дольем лучше. Много не будем. Дольем. 2-3 ложки. Кто как любит по жирности. Хотите жирнее, положите жирнее. Хотите не жирный. Я не люблю жирный. Я не люблю вообще все, что жирное. Но мои мужички любят. Чайник. Воду я поставила кипятить, она нам понадобится. Шеф-пье. Вот мы масло положили, оно еще только растопилось. И наши макарошки слегка обжарим. Еще добить чуток водички. Сейчас не закупить. Я дальше. Изначально надо было побольше водички добить. А я что-то постеснялась. Томатной пасты тоже туда можно, без томатной пасты, но они будут такой цвет, ну в общем, в Турции добавляют макаронный пляв. Салша томатную пасту добавляет, поэтому я тоже добавлю, потому что не так сильно. Слегка она такая, вы поймете, она не должна, эти макарошки не должны они сгореть у вас. Вот сейчас мы эту салча ложку добавим. Больше томатной пасты добавьте, больше, то меньше, меньше добавьте. На ваш вкус, на ваше усмотрение. Пробуйте, экспериментируйте. Я уверена, у вас получится еще лучше, чем у меня. Желаю вам удачи. Не забываем ставить пальчики вверх и подписываться на мой канал. Можете поставить пальчик вниз, я не обижусь. У каждого свое мнение. Приготовление пищи. Еще раз говорю, я не повар, я не научила, я не училась ни в каких кондитерских, поварских курсах, не заканчивала училище, техникуми, колледжи. Все закипело. Сейчас будет
опасно, ребята. Вы слышите? Азарта. Чуток добавим и закроем. А где же капак, интересно? А капак же я, по-моему, вот так сделаем. На соль попробуем. Можно подсолить еще. Соль у меня йодированная, с йодом, мелкая. Ну все. Ждем. Моя фиалка расцвела. Я даже не ждала, что будут цветочки. Обрезала два нижних этажа листьев. Были огромные листья, большие. Я их обрезала, и сразу же появились цветочки. Такие интересные цвет. У них кайма фиолетовая. И вот там еще один. И с той стороны тоже есть цветочки. А здесь вот традисканция. Цикламен. Традисканция и лилия тоже набирают цветочки, сегодня утром видела. Красота.